Всем привет, дорогие друзья, с вами Блудлинос, и сегодня мы поиграем в такую игру под названием Stanley Parable, когда разницы нету. Что я вам могу сказать об этой игре? Эта игра сделана на движке Half-Life 2, и она, это инди-проект, он очень необычный, честно я вам скажу. И что-то я смотрю, у меня на мониторе тут высвечивается мой Action Merilis. Что за бред? Ладно. Ладно, ценное важно. Что я хотел вам рассказать, так это о сюжете игры. Это очень странная игра. Я когда читал под нее описание, там написано было, вы можете играть в нее, можете не играть. Вы можете пердеть, а можете не пердеть. Короче, хрен его знает, сюжет тут разный. Тут говорят, можно пройти игру, можно и не пройти. Один человек, помню, спросил, так мне его скачивать или нет. Ну, ладно, неудачная шутка. Это не шутка была вообще. Давайте начнем играть, посмотрим, что за игра. Мы будем играть за обычного человека, который живет обычной жизнью и, можно сказать, офисный планктон. Честно говоря, еще что скажу, у меня немножко простыл голос, потому что я буду... И если я буду кашлять в видео или что-то типа такого, не обращайте внимания, потому что я буду кашлять, кряхтеть и пердеть, все это будет на видео. Ладно, давайте начнем играть, посмотрим, что за игрушка, интересно или нет. Вы знаете, что мне инди-хорроры, точнее не хорроры, а инди-игры нравятся, тем более необычные игры. Что мы видим? The end is never the end. Это никогда не кончится. Честно говоря, я поиграл в эту игрушку, неплохая, да. Интересно, смешно. Ну что, это история о человеке по имени Стэнли. Стэнли работал в компании... Знаете, начинается как фильм какой-то такой интересный. Вот наш Стэнли, да? Была простая комната, он сидел за столом, в комнате 427, нажимал на кнопки на клавиатуре. Клацал, у меня зависло все нахер. Приказы шли с экрана на его столе, и в них он, ну да, какие на кнопки нажимать. Прям как моя работа, но на моей работе надо было заготовки 1000-градусные по Цельсию выкидывать. И потом, короче, я одну заготовку испортил, мне пиздюлей дали и выгнали с работы. Поступали приказы. Ну да. Ну как и все мы, люди, живем, работаем. Стэнли был счастлив. Главное, что он счастлив. Но однажды случилось нечто очень странное. Стэнли обосрался, прямо на работе. И у него даже не было бумаги, да? За своим столом почти час, когда он внезапно осознал, что ни одного приказа с экрана не поступало. Что же произошло? Ай-яй-яй. Никто не пришел дать ему указаний, позвать на совещание. Что у нас за Стэнли такой? Он что, не может сам принимать решения? За годы в работе, с работы в компании такого не случалось. Стэнли... Точно наложил в штаны из-за этого. Так, мы что, играем уже, что ли, или как? Смотрите, да? Играем. Он собрался, встал из-за стола и пошел в коридор. И сказал, а ну, суки, блядь, дайте кофе мне выпить, да? Все коллеги исчезли, как же так случилось? Так, Стэнли решил пойти в конференц-зал, может, он просто пропустил уведомление. Что я хочу сказать... Что я хочу сказать, так это не хоррор, это будет спокойная, интересная задумка, игра с сюжетом интересным. Так что я ее взял, я беру все игры инди, в которых есть интересный сюжет. Так, мы не можем открыть просто так дверь, да? Нам надо идти в конференц-зал именно. Что тут? Когда Стэнли подошел к двум открытым дверям, он вошел в дверь слева. Друзья, мы можем пойти, кстати, и направо, можем и не влево идти, но... Это мы уже будем не по сюжету. Давайте эту часть я пройду. Ну, по сюжету будем идти, не будем отходить никуда. Я, честно говоря, уже заходил в ту дверь, и там потом такой крышак поехал у нас у всех. Ну что тут? Но тут никого не было в конференц-зале, да? Не веря своим глазам, Стэнли решил подняться в кабинет начальника с надеждой найти ответы там. А эту проститутку он тут не нашел, то есть секретаршу там не отодрал. Подойдя к лестнице, Стэнли решил наверх пойти. Ну, тоже можем вниз пойти, но я пока не пойду. Друзья, если вам понравится эта игра, если вы захотите, вы можете написать в комментариях, чтобы я сделал еще вторую часть или третью. А если не понравится, вы просто сами поиграете в нее и посмотрите, что же там будет с вами, какие же вы решения там будете принимать. Потому что, знаете, наш Стэнли какой-то, честно говоря,
не волевой, без характера, без харизмы, без ничего такого. Зайдя в дирекцию Стэнли, был снова ошеломлен отсутствием хоть какого живого, да? Никого живого не было. Ну так садись за этот, и возьми сигару и покури. Так. Какие-то секретные тайны от него скрывали, да. Ай-яй-яй. Секретный шар. Секретная квадратная тарелка. Вон она. Не, она не квадратная. And so the boss had assigned it an extra secret. Так, секретный код 2845. А ну-ка. 2845. Stanley couldn't possibly have known this. Он не мог, да, предположить, но я смог. Друзья, смотрите, мы могли не нажать, мы могли не слушать этот голос, мы могло бы произойти другое. Но давайте поэтому пройдемся. И он зашел в открытый проход. Вот он, проход открылся. Честно говоря, я не знаю, какой сюжет, но мне кажется, это как повседневная такая жизнь. Хм, странно, куда же мы попадем теперь? Так, тихо, мышка, не выделывайся. Честно говоря, этот голос, который нам говорит, мы его можем, да, не слушать, мы можем по своей инициативе проходить, но я думаю, запишу еще пару частей и посмотрим же, что будет дальше. Какой смысл у этой игры? О чем она вообще? Без понятия пока что. Итак, спускаясь в глубины здания, Стэнли заметил, что чувствует как-то себя особенно, да? Завораживающая эмоция, вроде словно... В смысле своей работы, да? Стэнли, ну не надо было сомневаться, это ж такая работа классная, клацать на кнопки. Я, кстати, не буду читать, что написано, я думаю, вы и сами сможете прочитать. Тем более, я когда пытаюсь... погрузиться в игру. Прямо зашел в дверь, на которой было написано «Станция управления сознанием». А тут написано «Escape». Выход, выход. Куда же мы пойдем, друзья? Давайте выход. Давайте попробуем уйти. Честно, не по сюжету. И хоть этот проход был помечен как выход, на самом деле в конце этого коридора Стэнли ждала жестокая смерть. Разворачиваемся и идем обратно. Но, конечно же, Стэнли хорошо подумал и понял, что ему есть ради чего жить дальше. Ради чего? Что у тебя вообще в жизни было? Я не знаю. Клацать на кнопки то же самое, как у половины людей в мире. Какая-то кнопка, темно. Так. Свет залил гигантскую комнату с множеством экранов. Вау. Какой ужасный секрет хранила эта комната, подумал про себя Стэнли. Хватит ли у него мужества узнать об этом? Кстати, похоже на Матрицу, знаете? Ну, там, помните, тоже куча комнат было. Хм, странная какая-то игра. Она... интересная сюжетом, не раскрывает тайны пока что. Оба. Теперь загорелись мониторы, раскрыв свое настоящее предназначение. На каждом из них был номер работника здания, коллег Стэнли. Вау. Так, жизнь стольких людей, упрощенных до изображения на мониторе. Стэнли был среди них, под постоянным присмотром в этом месте, где свобода была пустым звуком. Сколько до экранов, но ни одного рабочего нету, заметьте, посмотрите. Сколько же их, вау. Это, я не знаю, это на Гаррис Моде делалось или нет, но скорее всего на Гаррис Моде. Вы представляете такое все сделать? Просто Файр, там кого-то уволили. Это просто невероятно. Это станция управления сознанием. Слишком ужасно, чтобы проверить. Не могло быть это правдой, да? Неужели Стэнли действительно был все это время под чем-то контролем? Только поэтому... Блин, зачем я читаю? Я же сказал, что не буду читать. Ну ладно, в принципе, насрать. Не, у меня была тоже работа, я там классно. Нет, он не хотел в это верить. Не мог принять его жизнь под чьим-то контролем. Никогда. О таком сложно подумать, разве такое возможно? Ну, друзья, честно говоря, не видя правды. Честно говоря, половина из нас людей проживают такую жизнь, работая на дядю и без ничего, без смысла вообще в жизни. Ведь, допустим, вы могли бы работать не в заводе, а, допустим, своим любимым делом заниматься, например, рисовать, если у кого-то хорошо получается. Да, так, укладывается. Жизнь как можно повернуть свою и не быть одним и тем же человеком. Что-то за куча кнопок. Он либо сломает, положит эту систему, конец. Это мы пришли прям в самое главное здание, где нас держали. Но у нас было очень много выборов, мы могли по-разному пройти. Так, контроль разума. И что-то тут как то ли загрузка, то ли...
Зависло все. Какой здоровый экран. Смотрите. И когда он наконец нашел источник питания комнаты, он знал, что его долгом, его обязанностью было остановить это ужасное место и все, что оно символизировало. Да? Ну, я не знаю, включить или выключить. Как вы думаете? Мы можем это все просто выключить. И все, просто-напросто. Ничего не будет. Давайте, может включим? Давайте включим. Оу, Стэнли, ты только что включил этот пункт управления? После годов рабства ты решил попробовать управлять системой сам? Ты этого хотел? Нет, я не хотел! Прости меня, чувак! Блин, извиняюсь. С таким голосом. Нет, извините, простите. Попытка была хорошая, серьезно. Ты должен понять одно. Эта система, блядь, не успеваю прочитать. Мою историю тебе нужно было придумать что-то получше. А разве мы должны были следовать по твоему указаниям, чувак? У тебя нет ни капли той власти, которую ты себе возомнил. К примеру, ты должен оценить такой поворот. Внезапно Стэнли осознал, что он включил систему аварийного самоуничтожения. В случае попытки включить ее смогу, не пройдя проверку ДНК, ядерный детонатор и уничтожать весь комплекс. Как? А что мне сделать? Что мне? Сколько осталось до взрыва? Пускай будет 2 минуты. Эй! Нет! 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 Бля, что мне делать? Ну, вперед, теперь ты звезда, это теперь твоя история. Ты можешь ее менять, как захочешь. Нет. Что же делать? Давайте сохранимся, у нас есть сохранение хотя бы. Я уже сохранялся, вы видели. Так. Так, а что делать? Взрыв бомбы. Что клацать? Перед взрывом бомбы на каждое мгновение дорого. Сегодня мы поговорим о тебе. Во мне? Куда мы идем? Это все значит. Время идет. Кнопки. Я поклацаю, можно? Что, неправильно? Блин. Зелененькая. Красненькая. Зелененькая. А ну-ка. А если вот так? Зелененькая. Красненькая. Стой! Что такое? Блин. Это ты, козел, это ты мне мешаешь? Так же. Что? Желтую кнопку нажать. Два. Я где-то видел цифры, можно по ним класться. Что же делать? А вот двойка. Тут ничего не высвечивается. А что тут? Фиолетовая двойка. Но тут фиолетового нету. Нету кнопки фиолетовой. Куда клацать? А ну-ка, выход. Нет. Блин, фиолетовая двойка. Где фиолетовая жопу двойку я найду? Что там мне? А, вот. Нет, она. Нет, блин. Посмотри на себя, бегаешь от кнопки к кнопке, к экрану. Блин, что же делать? Может, цветные? А он еще издевается над нами, вы представляете? Может, сюда классно? 12 секунд. Нет. А, минута еще есть, все отлично. Может, сюда классно, на большую? Давай. Блин, как ты разочаруешься. Открою секрет. Таймер для ускорения летаем по игре. Это просто секунда, отсчитывающая время до твоей смерти. Охренеть. Успокой, спасибо. Сейчас пойду и кучу тебе под стол навалю. Блин, да что же тут делать надо? Что эти тройки тут означают? Может, в каком-то порядке надо ввести? Да не хотел я миром твоим управлять, козлина, ты старая вообще. 4:27, гудбай. Нет, 25 секунд. О боже, люди, помогите. А ну это что за хрень? Ух ты, ёб. Я что-то сломал? Нет, ну что-то тут надо нажать. А, зараза. 0, 1, 4, 2. Да, ну 0, где я возьму? Нет.
Пиздец. Мы умерли? О, мы умерли. Сдохли, как последняя собака. Ладно, ничего страшного, ну подумаешь, умерли. И нам дают выбор заново. Но, друзья, если вам понравилась эта игра, если вам понравилось это видео, то пишите мне, чтобы я, если хотите продолжение, я сделаю уже по-другому все. Тут выборов очень много, тут не один вот этот выбор. Можно было бы и что-то еще сделать. Так что, с вами был Bloodlines, всем пока, всем удачи!